Алка в городе, за худалове, Маринка в пицце, да на бухалове, и в лицо их доченьку знает каждый мент. Здравствуй, девочка, секонд-хенд, за монетку, за таблеточку сняли нашу малолеточку, и в лицо их доченьку знает каждый мент. Здравствуй, девочка, секонд-хенд. Добрый день, мои дорогие друзья. Меня переполняют эмоции. Я не думал, что рано, перед Новым годом, мы встретим с вами мою 1000 подписчиков. Я хочу сказать огромное спасибо. Огромное еще раз. Я уже там снимал мой год, всех вас благодарил, но сейчас хочу сказать отдельное спасибо Нине Артамоновой за ее комментарий, за то, что можно в жизни все начать сначала, но почерк поменять нельзя. Я настолько понял этот комментарий, что вот прочувствовал и плавно перейду к другой теме. Я никогда в своей жизни не покупал женщин. Но хочу вам сказать, дорогие мои друзья, плавно перейду. Марина Фея Иванова. С сегодняшнего дня, так как у меня на канале уже 1000 подписчиков, так как YouTube прислал мне сообщение, что я могу встраивать рекламу. Дорогие мои друзья, вот, смотрите рекламу, поддержите нас, Пипо, молодец. Вот, и теперь мы уже можем себе это позволить. Как это сказать по-русски? Как это по-русски? Ну, для меня это странно. Для меня это дико, что нужно собрать 100 евро, чтобы на пару часиков купить себе девушку. Буду собирать на мечту. Встреча века состоится. Как только я насобираю с первый гонорар с Ютуба, я вам гарантирую, мои зрители, первые 100 евро я потрачу на встречу с Мариночкой Ивановой. И артист, пародист, кого спародировать? Вот, нет, никого пародировать не буду. Хочу вам сказать, что вот сейчас плавно перейду на другую тему. Благодарен мудачихе, Маринке и Антонине за то, что у меня на канале появились вот такие друзья, которые меня смотрели, которые где-то там меня заметили, которые пришли ко мне на канал и стали моими друзьями. Девчонки, с которой, женщиной, с которой я познакомился, которая стала моей классной подружкой, Танюшка. Байки из гаража. Я рад, что этот год подарил мне вот такое общение с вами. Я думал каждого из вас назвать по фамилиям, по именам. Не буду, потому что вы мне все очень дороги. Все, собираем на мечту. Едем к Марии Фее Ивановой. Все, с Новым годом, дорогие друзья. С наступающим Рождеством. А на следующий день после Рождества у меня будет день рождения. Я настолько вам благодарен. Я настолько вам благодарен, что вы подарили мне вот эту радость все начать сначала, не изменяя почерк.
Да, да, сынок. О, даже Пипа. Все, мы с Пипой вас любим. Мы желаем, чтобы 2020 в каждую... Как всегда, в своих видео я подвожу какой-то итог. Я подвожу какое-то резюме. И хочу вам сказать... Не важно, сколько нас. Важно, какую душу, какое общение, какое сердце мы друг другу отдаем. Как мы любим, как мы понимаем. Ютуб, не ютуб. Вот что-то хочется спеть. Вы знаете... На голову приходит только одна песня. Пусть она будет не веселая, но я спою ее. Я хочу поздравить своего сына с тем, что в этом году у него родился тоже сыночек, мой внучек, Добрынечка. Ляньте, как меня Пипа поздравляет. Ой, вот. Продолжение рода. Я хочу спеть. Когда я уйду далеко-далеко, не мучаясь и не тревожась, быть может, вздохнет кто-то очень легко, а кто-то заплачет, быть может, умчится мой поезд на стыках звеня, умолкнут былые оркестры, и тот, кто родится позднее меня, на сцене займет это место. Вот так и у меня. Родился мой внучек, мой Добрынюшка. Я от всей души желаю ему счастья, добра, благополучия. Анечка, с Новым годом, моя красавица, мамочка, богиня, царица. Все, не будем грустить, собираем на мечту. Я очень хочу встретиться с Марией Феей Ивановой. Все, всем пока. Спасибо большое, что со мной. Если я вам нравлюсь, такой, какой я есть, ставьте лайки, пишите комментарии. Не нравлюсь, нахуй, с пляжа. Дизлайк и до свидания. Все, а мы с Пипой, да, Пипулечка? Лишь только вдогонку за мной полетят растаявшие аплодисменты. О, сцена, свободная, как небеса, ты дай мне побольше простора. Я знаю, с тобою живут голоса и души ушедших актеров. С Новым годом вас, мой зритель! С Новым годом, мои любимые, дорогие подписчики! Я вас очень сильно люблю!